Привет, у нас вопрос. Не знаете, где найти второй глаз Мимира? О! Это... Простите. Вообще-то Один просил меня... Хотел, чтобы я сделал... Он показал его мне, и я... Отказался. Простите. Я... На минутку. Да, никакого толку. Знаете, примерно в то же время Один и ко мне обращался с просьбой изготовить для него статую с каким-то небольшим тайником внутри. Но сами же понимаете, это ведь не оружие. Иметь дело с асами – то еще удовольствие. Короче, я тоже отказал. Но статую ему все же кто-то сделал. А что за статуя? Ну как же, Тор, потрясающий яйцами над озером. Та, которую сожрал змей. Прошу прощения. Все хорошо. Но как нам заглянуть змею в кишки? В кишки? О, нет. Неплохо бы сперва спросить самого мирового змея. Сейчас все устрою. Я не знаю, что впереди. Но сейчас самое время подготовить снаряжение. Если что-то нужно сделать, займитесь этим сейчас. Вот такой мудрый совет. Тебя никто не заставляет. И снова кровь. Готов. Тор, сату, инисму, ту, турфа. Нет. Он полагает, что статуя все еще в брюхе. Он готов позволить вам зайти в его пасть и поискать. Фу, серьезно? Ну, поверь мне, он от этого тоже не в восторге. Сделаем? Позволим змею проглотить нас? Можешь остаться. Такое я не пропущу.
точно в этом уверен? Нет. Ну, братья, бывал я в странных местах, но это что-то новое. Я никогда не бывал в брюхе великана. А ты, отец? Меня много раз пытались сожрать. Наверное, кто-то должен нам ответить. Как-то снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Ты чудной. Внизу что-то есть. Ай, здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Ага, в основном. Можно причалить здесь. Нет, это слишком далеко. Вон там!
слишком далеко. Надо ближе подтянуть. Где Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Это глаз. Вставьте его мне в голову, для надежности. Будьте добры, побережней. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем, не храним. Ощущения? Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст цел? Выдержать. У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? Судьба? Просто выдумка, выдумка богов. Выдумка богов? Ну да, конечно. Ты истинный сын своего отца. Как нам выбраться? Подадим знак. Держись крепко. Что это? Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо!
все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Держись и постарайся не упасть. Лодка кренится, я... Держу. Привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! За нас? Да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей. Что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось? Вон! Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. О, нет, мама. Я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства! Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял, нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Нет! Я достану до него! Прекрати сопротивляться! Ах!
Громова! Громова, вы должны прекратить! Ты с твоей магией! Ненавижу тебя! Ты мой! Просто послушай меня! А лучше я умру! Хватит! Вальтер, сынок, хватит! Прошу, мы все исправим! Да, вашей кровью! Думаешь меня удержать? Не нужна мне помощь, сама разберусь! Как защитила меня себелюбивая ведьма! Хватит! Зачем вам обоим все это? Прочь с дороги! Я сказала, хватит! Прочь! Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Ладно. Стой! Нет! Нет, Атрей! Ты ранен. Дыши, дыши. Не моя кровь. Происходит. Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Нет! Он стал уязвим? Слышишь ветер? Мы движемся. Это стрела. Вальтер ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит. Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вот! Я чувствую!
Чувствую! Чувствую! Холод! Я забыл, что он так... Дождище! Меня удержать! Папа, мама! Я разберусь с тобой! Обожаю!
так приятно и так здорово! Будет так приятно и так здорово! Привет!
будет так приятно и так здорово! Я и не знал, что это... Будет так приятно и так здорово! Ха-ха-ха!
весело. Рива! Невероятно! Мама!
Поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже все отцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Что? Когда же вы сдохнете? Помоги, Хэнсон!
Он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Но... Что? Нет, отец! Я люблю тебя. Я люблю. Зачем? Какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. Страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров.
Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебе в этом слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отнял у меня все! Все отнял! Все отнял! Ты как животное! Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься. Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он? Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных. Я убил своего отца. Так в Хеле был твой отец. Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах да, но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко пережить смерть ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. В последний раз. Да. Нас ждет Йотунхейм.
Что значит дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал, небось. А почему Амела разбила чары? Магия Иванов сильна, но ее законы запутаны и туманны. Наверное, ведьмам они ясны. Но как это все печально и трагично. Бальдер был самым драгоценным, что Фрейя получила от Одина. Она хотела уберечь его от боли, а себя от потери. Но такие порывы даже хороших родителей толкают на глупости.